Ученые в Университете Калифорнии исследуют возможность борьбы с болью без лекарств. Как известно, многие препараты имеют целый список побочных эффектов. Одним из самых неприятных и проблематичных из них является привыкание и формирование зависимости. Вот эта темная капелька может стать решением проблемы. Дикарло и его коллеги используют магнитные частицы, помещая их в гелеобразную гиалуроновую кислоту, которая присутствует в естественной форме в спинном и головном мозге человека, и манипулируя белками, которые играют важную роль в подаче болевых сигналов. Представьте, что у вас открытые раны. Мы можем ввести наш гель намагниченными частицами, и эти фрагменты оксида железа помогут залечить ее. Мы также работаем над методикой, которая бы могла создать магнитный пластырь над раной. Наложив такой пластырь с намагниченными частицами на ткани, исследователи подавали магнитный ток, создавая эффект тяги. Когда мы создаем такое движение, тянем и отпускаем, число протеинов, отвечающих за сигналы о боли, сокращается, что означает снижение болевых ощущений. В лабораторных условиях нам удалось добиться снижения боли. Исследователи отмечают, что до широкого применения результатов их исследований еще далеко. Следующим шагом станет работа над созданием инъекционной формы нашей системы. Биоинженеры, работающие с магнитными полями, отмечают, что медицинскому сообществу еще предстоит изучить биологические процессы в теле человека под воздействием намагниченных частиц, включая возможные побочные эффекты.